Команда Казанского федерального университета «Казанские юлбарсы» стала победителем в общекомандном зачете внутривузовского этапа чемпионата ССК России. С 29 мая по 2 июня впервые в Казани прошел Всероссийский фестиваль студенческого спорта «Наш выбор спорт». Наши ребята заслуженно получили первое место. Это результат не одного дня. В нашем университете выстроена очень хорошая система, система взаимодействия администрации вуза и студенчества. Огромное спасибо хотелось бы выразить нашему ректору Ильшату Рафкатовичу за то, что он поддерживает развитие студенческого спорта в нашем университете. 1600 студентов из 212 вузов и 53 СУЗов являлись финалистами главного проекта Ассоциации студенческих спортивных клубов России чемпионата ССК. Делегация Казанского федерального университета была самой многочисленной и состояла из 58 студентов. Для того, чтобы принимать участие в фестивале, нужно было пройти внутривузовский отбор. А внутривузовский этап у нас проходил по всем видам чемпионата ССК России, которые были включены. И именно моя задача заключалась в том, чтобы провести внутривузовский этап так круто и хорошо, чтобы наши команды, во-первых, отобрались самые достойные ребята на финал. Я чувствую себя гордым за победу, за наших студентов, за то, что мы проделали огромную работу в течение года, и она была оценена. В течение 3 дней проходили соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, бадминтону и перетягиванию каната. Самым сложным, наверное, это было перетягивание каната, где там самое основное – это соревнования на истощение силы духа. Получается, вы используете все свои силы до изнеможения, и даже если вы до последнего бились, вы все равно можете проиграть. В фестивале приняли участие финалисты образовательной программы ССК ПРО. В рамках программы все желающие получили знания в области менеджмента, маркетинга и медиа. Финалистом этого проекта стала студентка 2 курса КФУ Азалия Галина. Я участвовала в образовательной программе ССК ПРО. После нее мы практиковались на чемпионате ССК, занимались медиа-освещением соревнований в социальных сетях. Я очень гордилась, что представляю спортивный клуб «Казанские юлбарсы». Самые лучшие спортсмены и самые лучшие игры принадлежали нам. Все студенты посвятили эту победу Казанскому федеральному университету и передали кубок в музей истории КФУ. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз.